Нашла. Растяжки на ногах, вышла копия. Растяжки на ногах. Защищаем его физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Вместе с тонкой копией Мариса поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Мариса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, итак, ты говоришь растяжки на ногах, да? Да. Влад, разрежь эти растяжки, и они уходят в клетку-тюрьму. Готов. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Мариса, под ногами, 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Мариса, находит все. На демоняку похоже. Демон есть у него. Какое? 13. У него арахноид, рептилоид, давагрея, красный дракон. И у него суккуб. Все знаю, где они находятся. В процессе работы я буду задавать вам вопросы, вы будете на них отвечать. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Мариса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Носить энергии всех болезней, все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Итак, демон, сколько ты находишься в этом биополе? 2 года, 4 месяца. Какая цель этой растяжки, которую ты поставил на ноги? Раздражение. Хорошо. Арахноид, сколько ты находился в этом биополе? 1 год. Рептилоид, 2 грея. Что вы установили в этом биополе и сколько вы находитесь в этом биополе? 2 вопроса. Установили конструкцию. Где она стоит? В глазах? Верхняя часть – это лицо, шея, плечи. У нее начало портиться зрение из-за вас, из-за вашей подключки. Хотя, может быть, и арахноид. Поэтому над ответственным за плохое зрение загорается сейчас над его клеткой маячок. Кто это? Это Грей, конструкция. Грей, конструкция. Хорошо, Грей. Сколько они вы усугубляли зрение. Просто эту конструкцию я сегодня перепрограммирую и поставлю каждому из вас по очереди. И дам откат, полный откат, чтобы каждый из вас прочувствовал то, что он сделал, Грей. Вы знаете, я такое могу делать. Грустно. Это правильно, что вам грустно. Вам и должно быть грустно. Если причинно-следственная связь, если бы вы не находились в его биополе, вам бы не было грустно. Итак, сколько вы находились в этом биополе? 4 года. Какой у нас рептилоид? 102. Ты военный или лаборант? Лаборант. Лаборант. Хорошо. Красный дракон. Какие цифры над головой? 31-12. Сколько ты находишься в этом биополе, красный дракон? 5 лет. И суккуб. Сколько ты находишься в этом биополе? 2 года. Понятно. Как у нас с реверсом? Закончен. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Марис забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Красный дракон, как ты воздействовал на него? Разжигал изнутри его чувства и его раздражение. То есть у него было легкое раздражение, ты это усиливал, в принципе, как лизард, раздувал это все до неимоверных размеров, правильно? Правильно. Хорошо, я понял. Демон, там, говорят, веселая квартира с огромным порталом, в который сходится, прям как перекресток порталов, да, находится под домом. Есть такое. Я почему спрашиваю, я сегодня буду чистить эту квартиру, буду полностью закрывать все эти порталы, заливать их. Но перед тем, как я это сделаю, вернее, после того, как ты мне покажешь или бес, или черт, я могу вам собрать в дорогу весь негатив с этой квартиры и отдать в дорогу. Устраивает такой вариант? Устраивает. Хорошо, скажи мне, где находятся лярвы биополя Мариса? На шее. Тебя интересуют они? Как ожерелье интересует. А от чего у него там лярвы на шее? От слов или это кто-то помог? Дергается много, все собирается в этой точке. Реверс закончился. Начинаем с суккуба. Суккуб, выходи, отключайся полностью, снимай все, что ты оставил в этом биополе, ничего не забывай, возвращайся назад. Что ты оставил в его биополе? У тебя накидка или что у тебя там? Как она воздействовала, твоя подключка? Она делала его непривлекательным, нежеланным. И кто его воспринимал? Мужчина или женщина? Кто? Или оба пола воспринимали его нежелательным? Жена его видела нежеланным. Понятно, значит, это твоя. Жалким. Это твоя работа, понятно. Ну, все снял. Красный дракон, твоя очередь. Выходи, снимай все платы, отключайся полностью, ничего не забывай. Два плата. Да. Ладно. Что, Вера? Вытащил. Вытащил, да? Да. Хорошо. Рептилоид, 2 грея. Грея, что-нибудь осталось в биополе еще? А, мы же ничего не вытаскивали. Ваша очередь. Выходите, снимайте все, что вы оставили в этом биополе. У него голова полностью конструкция, глаза, уши.
Даже челюсти какие-то есть темные, шея, плечи. Ну, это серьезное воздействие грея. Ой, серьезное. Даже вниз идет, где в области талии затянуто. Ты сняли. Хорошо, эта конструкция переносится в соседнюю клетку. Выстраиваю прямой канал от Мариса к этой конструкции, реверсом отдаю. Все негативное, патогенное, низковибрационное, что он получил от этой конструкции, мощным потоком все пошло назад. Усилию потоки 50 раз. Готово. Установили фильтр золотой сеточкой на этот канал. В порядке реверса забираем из конструкции все родные энергии. Все, что на частоте Мариса находится, мощным потоком забираем назад. Что там идет, Вера? Ну, возвращается, я бы сказала, спокойствие. Энергия возвращается с чакр, детей глаз и шутха. Хорошо, Грей, ваши карты все хуже и хуже становятся. Готово. Понятно. Арахноид, выходи, отключайся, снимай все, что ты оставил. А что ты оставил, Арахноид? Игол. У него как корзинка сплетена на голове. Значит, коронную чакру у него перекрыл. Полностью он перекрыл, да. И иголки ты вставлял? Ну, вот эта корзинка, она вставлена, конечно, иголки так сплетена. Хорошо, это он все должен был чувствовать очень сильно. Головные боли, каша в голове, мигрень, все это плоды работы Арахноида. Паучка, боровичка. Потеря концентрации. Именно. Он все снял. Хорошо, демон, твоя очередь. Выходи, отключайся полностью. Как снимешь все на месте, доложи, что ты все снял, я дам тебе команду на лярву. Приступай. Она снимает, как ленты с ног раскручивает. Угу. Серьезно. С рук. Серьезное воздействие всех вместе. Готово. Разрешаю тебе забрать лярву, снимай, возвращайся назад. Он снял ожерелье. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Мариса с демоном, арахноидом, рептилоидом, двумя греями, их конструкцией, красным драконом и его платами и суккубом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Руки трет, чисто. Отлично. Подхожу к Марису, помогаю моей энергии отстегнуть каналы. На счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открываю воронку в галактическое ядро. Канал уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Итак, в квартире у нас находится демон. Арахноид, ты присутствуешь в квартире? Нет, арахноид не присутствует. Но есть плата у рептилоида и грея. Хорошо, рептилоид и грея. Красного дракона тоже. Тоже есть платы, понятно. Суккуб. Ты больше не придешь в это биополе, тебе это понятно? Понятно. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте суккуба. Забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Арахноид, ты больше в это биополе не придешь, тебе понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо, демон, я открываю тебе сейчас портал в квартиру. Собирай все, что ты оставил на своей чистоте. Я прихожу, проверяю. Кто-то один показывает мне порталы. Я их закрываю. После этого я собираю вам весь негатив и делю, если хочешь, на всех. Все понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру Мариса. Демон уходит в этот портал. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Под растяжками открываю его воронку в галактическое ядро. Они уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяй. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли, на связь. Еще раз приветствую. Рептилоид 102 у меня. Лаборант. 2 грея. 4 года сидели. Конструкция на голову, на челюсти. Массивное воздействие. У человека началось зрение. Сильно падать от этого. И еще у меня красный дракон 31-12. Посмотри, кто тебя интересует. Один грея. 4 года сидели. Дракон 5. 2 грея мы забираем. Хорошо. Красный дракон. Я тебе открываю сейчас портал в квартиру. Ты идешь в квартиру, собираешь, снимаешь все свои платы. Все понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру, квартиру Мариса, и красный дракон уходит в этот портал. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, рептилоид, я открываю портал в квартиру. Ты собираешь, снимаешь все платы. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Мариса. Рептилоид уходит в этот портал. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Клетка у нас должна быть пустая. Поехали по частотам. Тонкая копия Мариса вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 720. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Мариса до числового значения 720 Гц. Пошел подъем. Готов. Синхронизируются энергии вибрации, гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Марис, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Уверенно себя чувствую. Хотел бы сохранить это
энергию и чистоту. И для этого вам необходимо всего две вещи. Мы дадим вам рекомендации после сеанса, наш администратор перешлет. Вам надо каждый день вечером выдавливать из себя весь негатив, который насобирался, формировать в шар. Мы говорили, включаем внутренний белый свет, шар выходит. Этот шар вы должны себе визуализировать, представлять. Потом вы открываете воронку в галактическое ядро, скидываете шар, закрываете эту воронку. Утром заправляетесь 400% энергии. Даете некоторое время, чтобы эту энергию прочувствовать, визуализируете, она цветов чакры, 7 цветов, и потом поднимаете частоту вибраций до 25%. Это даст вас, потом обязательно синхронизируете, гармонизируете все энергии по вашему биороботу. Тогда у вас практически вы защищены, и никакого негатива у вас нет, вы всегда будете в этом состоянии. Отличная рекомендация. Хорошо, если вы будете им следовать, все будет нормально. Сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И переходим сразу к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Мариса в его систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу, каждой клеточке извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Квартиру Мариса ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью его квартиры. Ты перед квартирой. Да, я здесь. Входи в квартиру. В зале остановилась клетка. Да. Арахноид. Арахноид. Рептилоид. Есть. Красный дракон. Есть. Спрут. Спрут. Джин. Есть. Черт. Бес. И демон. Демон. Три воронки. Хорошо. Все. Под воронками открывая портал в галактическое ядро, они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. С Джином мы уже сегодня встречались. Джин, ты все собрал? Да, собрал. Джин готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина, забирает все, что принес, уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Спрут, ты все собрал? Все собрал. Больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Арахноид, ты все собрал? Да, все собрал. Не приходи больше. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Рептилоид, все собрал? Снял платы. Хорошо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте рептилоида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Красный дракон, ты все собрал? Тоже снял платы. Я хочу получить слово красного дракона, что ты больше ни в это биополе не придешь, ни в эту квартиру. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо, черт, ты все свое собрал? Да, собрал. Он показывает, я собирал в детских комнатах, где игрушки и разные ловушки по полу. Ты все носочки снял? На ком установил? Я же надеюсь. Не было носочков. Все, что было, он снял при чистке. Понятно. Бес, ты все свое собрал? Собрал все. И демон, ты все свое собрал? Да. Хорошо, кто из вас покажет мне порталы? Черт покажет. Пошли, показывай мне портал. Я их буду закрывать. Сразу показывает в углу зеркало в зале. Где этот портал находится, который под ним станция этих порталов? Внизу под домом, в полу, под полом. Может, давай с него сначала начнем, Вера. Покажи мне этот портал. Он показывает маленький, говорит, что ответвление сперва надо закрыть, а потом уже большой. Значит, сначала маленький идет от этого большого, а потом идет центральная, от него идут другие ответвления, правильно? Да, правильно. Хорошо. Сила моего намерения. Даю команду. Этот портал полностью заливается, полностью замораживается, заливается и переходит по всем порталам остальным, заливает их полностью. Под домом портал заливается полностью. Да, будет так, а так и есть. Готово. Хорошо. Идем дальше. Зеркало в зале. Под этим зеркалом, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Дальше. Детская с синим шкафом, синий шкаф, портал. Под шкафом, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя.
Готово. Дальше. Другая спальня, окно. Под окном открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Дальше. Кухня за холодильником. За холодильником открываю внизу воронку в галактическое ядро. Портал, фантом и частицы портала уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. А в ванной комнате там, где... Душ. Угловая ванна такая, там портал. В этом месте внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантом и частицы портала уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Еще в детской комнате стоит зеркало. Под этим зеркалом... Оно лишнее там вообще. Его надо убрать. Уберите это зеркало из этой комнаты, потому что это портал. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, портал, фантом и частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово, но информация идет, что там вообще не нужно зеркало. Оно не принесет хорошего ребенку. Мы это передали. А она кривляется перед ним. Понятно. Рекомендуем убрать это зеркало. Дальше входная дверь. Под входной дверью внизу открываю воронку в галактическое ядро. Портал, фантомы, частицы портала уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Все. Нормально. Для одной такой квартиры. Хорошо. Возвращаемся все к клетке. Даю команду на счет риск чувств. Пошел процесс. А шары одинаково большие. И эмоции, чувства, какое-то шипение идет от энергии. Вот так вот. Понятно. Хорошо. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Эмоциональный шар делю на три равные части. Демон, бес, черт, забирайте. Да. Отправляю каждому его часть. Готово. Хорошо. Я прошу больше не приходить в эту квартиру. Все здесь будет сейчас запечатано. Все понятно? Да. Открывается внизу. Три портала, один на чистоте демона, один на чистоте беса, один на чистоте черта. Демон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Бес забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Черт забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй и ставь три огненные пентаграммы. Готово. Хорошо, здесь мы закончили. Почистим квартиру, потом вы котиков возьмем или сейчас? Давай, наверное. Давай сейчас. Хорошо, давай с них и начнем тогда. На счет три перед тобой появляется тонкая копия кота Рудиса. Рудис стоит перед нами. Он шипит весь, да, стоит. Рудис, мы пришли тебе помочь. Тебя здесь обижали интерференты, порталы тебя мучили. Мы все порталы закрыли, всех интерферентов убрали. Сейчас пришли тебя почистить. Включая внутренний белый свет коту Рудису, этим светом выдалит из себя все негативное, патогенное, низковибрационное, чужеродное, находящееся в его биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед Рудисом в шар. Все чужеродное выходит, летит в шар. У меня какие-то белые кружки, такие как фантомы, выходят в шар. Это от портала, который был открыт. Белые кружки – это как раз их энергия, которая ближе всего находится к низкому миру. Их еще орбы называют, он нахватался здесь. Готов шар? Да. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, и этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяя, в макушку головы Рудиса начинает поступать необходимое количество ему кошачьей энергии. 1, 2, 3, потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать, мощность потоков усиливается, и частота поднимается до комфортного уровня Рудиса. Готово. Хорошо, котик. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Как ты себя чувствуешь, Рудис? Гармонично чувствую. Ты хочешь что-то хозяину передать или хозяйке? Я передам обязательно. Может, тебе что-то не нравится. Членом семьи себя чувствует здесь. Такой же, как они. Конечно, ты член семьи. Ты хочешь что-то передать? Я передам, чтобы они тебя услышали. Может, они тебя не понимают? У тебя есть какие-то желания? Может, тебе корм какой-то хочется особый? Нет, он здесь для защиты так же, как и вторая. Хорошо. Ты отлично справляешься. Все. Ты отлично справился. Мы тебе помогли. Сейчас квартиры, порталов нет. Все чистенько. Будут тебя возвращать назад. Для освоения энергии вибрации возвращаю Рудиса в его систему биоробот-душа. Он синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Готово. На счет три появляется перед тобой тонкая копия кошки Чиепа. Чиепа стоит перед нами. Да, есть. Включая внутренний белосвет Чиепи, этим светом она выдавливает из себя все негативное, патогенное, чужеродное, низковибрационное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Все чужеродное выходит, летит в шар. Большой шар.
открывая воронку в галактическое ядро, и этот шар уходит на переработку. И в макушку головы Чиепа начинает поступать необходимое ей количество кошачьей энергии. Потоки пошли. Наполняет ее, усиливает, и частота вибрации поднимается до комфортного ей уровня. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Чиепа, как ты себя чувствуешь? Уже лучше? Ничего не мешает? Она еще что-то хочет. Подожди, показывай. Давай дадим, что ты хочешь. Защитную оболочку какую-нибудь хочет. Меркабу? Или... Пойдет. Для структуризации энергии Земли и космоса воссоздание защитного каркаса активируется в биополе Чиепы Меркаба. 1, 2, 3. Готово. Так лучше тебе? Так нравится? Да, она защищеннее себя чувствует. Отлично. Может, тебе еще что-то хочется или дать тебе? Ты скажи, я тебе помогу. Есть специальная оболочка, защищающая кошек. Хорошо. На счет три. Кошачий глаз называется. Хорошо. На счет три устанавливается специальная защитная оболочка кошачий глаз на Чиепу. 1, 2, 3. Активирует оболочку. Работает в автоматическом режиме. Обновляется в автоматическом режиме. Ну, это такая как овал. И в чем ее смысл, что кто бы ни был рядом, она видит его со всех сторон. Ты посмотри, какая продвинутая кошечка. Так, тебе больше ничего не надо? Всем довольна? Но она не просто видит, она показывает со всех сторон, что у нее намерение есть. Вот как глаз появляется в этой области, если на нее кто-то смотрит. Интерферент. Значит, мы все сделали для тебя? Да. Будем тебя возвращать. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию кошки Чиепа в ее систему биоробот-душа. Заходит, синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях. Готово. Здесь мы закончили. Под клеткой тюрьмы, открывая воронку в галактическое ядро, клетка уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Работает в автоматическом режиме, обновляется в автоматическом режиме. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Отключайся от квартиры и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.